Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox. Сегодня мы с вами поиграем в симулятор ютубера. Мы с вами играли раньше в платную версию, теперь появилась бесплатная версия. Это не та игра, это немножко другая, и мы сегодня посмотрим, что же в ней есть интересненького. Давайте нажимаем «Новая игра». Итак, мальчика выбираем, мы же с вами мальчики, хотя у нас есть на канале девочки, друзья, всем привет, и девочкам, и мальчикам. Итак, что у нас здесь есть? Выбор, ёжка. О, какой. Смотрите, какой прикольный. Так, вот такой вот, например. И с бакенбардами. Нет, нет, не хочу такого. Давайте мы будем вот таким. Лицо у нас. Злое, доброе, с улыбочкой. Так, такое вот странненькое. С языком. Вот такой у нас будет веселый. Вот, прикольненький, ребят. Что у нас? Футболочка, Nike. Свитерочек бабушкин. И что? Адидасик. Вот, адидасик. Какие у нас шортики? Сейчас у нас же лето, ребят. У нас же сейчас лето. Нам нужно шортики. В штанах будет жарко. Так. Вот, кстати, вот это вот реально прикольная штука. Но я хотел все-таки шортики. Шортики у нас одни. Я так понимаю, выбор невелик. Вот. Вот такой футболист у нас будет. Цвет волос. Красный. Нет, пускай будет черный. Ага. Тон. Наш тон человека. Так. Мы будем с вами, ну, тут слишком. Вот так. Это что? А, это можно покрутить. Все, выбираем. Сохраняется у нас игра. Хорошо. Сохранилась. Так, регистрация. Форма регистрации. Выбираем свой профиль. Roblox. Давайте выбираем Roblox. И имя у нас будет. Ну, есть название канала. Загрузка файла. Какой? Ага, свой файл можно загрузить. Почему я не могу выбрать свой файл? Ну-ка, друзья. В чем проблема? В чем проблема? Почему не могу выбрать? Так, закройте, откройте. Форму закрыть. А, все, вот, разобрались. Создать канал Робзи, конечно. Все. Загружаемся. Итак, наша студия. Ух ты, ёшки-кошки. Имя. Подписчиков 0, денег 3000 баксов. День первый. Итак, загрузить. Титул. Титул, давайте у нас, что мы с вами? А что мы сегодня поиграем? Давайте в майнинг симулятор. Давайте в майнинг симулятор. Майнинг. Майнинг симулятор. Симулятор, друзья. Итак, создаем видео. Серия будет у нас первая. Создаем видео. Да, конечно. Итак, и что получается у нас сейчас будет? Так, видео создается. Как мы хайпик поднимем майнинг симулятором? Создается. Все еще. Так, и что сейчас будет? Будут ли просмотры, лайки? Так, публикуется. И опа. Публикация пошла. 6 просмотров, 1 лайк. Все. 6 просмотров, 1 лайк. Так мало. Неплохо. Так, что у нас еще здесь есть? Давайте посмотрим. Сменить картинку. Нет, не будем менять. Ага, это у нас таблица лидеров. Боже мой, сколько у него тут YouTube. Ух ты, ёшки-кошки. Не-не-не-не, нам туда далеко. Так, что это продается? Ага, здесь еще нет ничего. Офиса тоже нет. Телепорт. И куда нас отправит? Нас отправит... В клуб какой-то? Друзья, это клуб ютуберов. Мы попали с вами в клуб ютуберов, друзья. Обалденно. Ага, тут еще музыку можно выбирать. Прикольный. Диджей, привет. А как у нас можно танцевать здесь? А ну. Давайте. Давайте. Опа. Эй, почему меня толкнули? Робзи хочет танцевать. Юху! Круто! Попали в клуб ютуберов, друзья. Как перевернуться обратно? Я хочу... Здесь у нас какой-то фонтан, можно покупаться. Все. Так, здесь выход. Здесь пока сколько у меня подписчиков. Какая-то дорожка куда-то нас ведет. Давайте посмотрим, что же у нас есть. Это реальный клуб ютуберов, друзья. Это обалденно. Так. Ага, здесь у нас хомячочек. Здесь у нас Патрик. Buy Block Skull Free. Ух ты. Block Skull можно здесь взять бесплатно. На стульчик можно сесть, посидеть. Барчик неплохо. Барчик для ютуберов. Это отлично, ребята. Мы с вами попали в клуб для ютуберов.
Итак, но мы же с вами еще не популярны. У нас нет подписчиков, хотя нет, у нас есть же подписчики. А хотя нет, ноль, у нас 6 просмотров, подписчиков нет. Так, мне нужно выйти обратно. Куда же мне теперь выйти? Я надеюсь, вот это выход, если не ошибаюсь. Да, вернуться, конечно, вернуться в симулятор ютубера. Возвращайте меня срочно. О, загрузка пошла. Все, возвращаемся в наш дом. Итак, нас вернуло в нашу игру. Загрузить нашу игру. А я могу загрузить? Я же... Ага, слава богу, я просто не помню, сохранялся или нет. Здесь, значит, есть автосохранение. Отлично, день первый. Что это за жук? Ага, это сообщить ошибку, загрузить видео, поспать. Улучшение. Улучшение у нас $500. Интернет лучше сделать. Софт улучшить. Креативность. Давайте мы креативность свою улучшим. И софт. Интернет у нас вроде бы нормальный. Хотя, нет, давайте мы еще креативность улучшим. У нас осталось $1500. Подписчиков 0. Все, 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 все. День первый. Спать мы пока не хотим. Мы хотим с вами... Это что за шоп? Это что за шоп? За донатик. Понятно. Донатик, 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 донатик. Неинтересно, мы с вами пока без доната играем. Давайте сделаем. Сегодня мы будем играть Бисварм симулятор. Бисварм симулятор. Это у нас будет первое видео по Бисварм симулятору. Давайте создаем видео, окей, конечно. И загрузочка видео пошла. Это наше второе видео на канале. Значит, мы уже сняли с вами майнинг симулятор. И теперь мы снимаем симулятор пчеловода. Мы же с вами любим эти игры, правильно? Любим. Так, создается, ага, редактируется, публикация. Второе видео, по идее, должно набрать больше. Всегда идет по нарастающей. Ну, если нет каких-то спадов. Итак, 18 просмотров, 3 лайка, 0 дизлайков. И, друзья, первый подписчик, ребята. Мы с вами получили сегодня первого подписчика. Значит, нам срочно нужно загружать третье видео. Третье видео у нас будет... Ой-ой-ой-ой-ой. Мы с вами сделали по майнингу, теперь надо по майнингу второе. Так. Майнинг симулятор. Давайте сделаем вторая серия Rebirth. Вот. Будет вот такое видео. Да, 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 согласен. Публикация. То есть во второй части мы сделали Rebirth. Снимаем видео, как делать Rebirth, как это все происходит в игре, как мы фармили и все остальное. Сейчас у нас видео загружается, редактируется. И сейчас должна быть публикация. Отлично. Сейчас должно быть еще больше просмотров, потому что это наша вторая серия. Обычно, когда делается серия, ага, 16 просмотров, 3 лайка, еще один подписчик. Друзья, второй подписчик получен. Самое сложное, это получить первых 100 подписчиков. А потом еще сложнее получить 1000. Потом уже начинается энергия. А получается, у меня закончилась энергия? Ага, мне нужно, значит, поспать. Итак, у меня $1550, давайте ложиться спать. У нас $10. А, аренда дома. Мы-то арендуем с вами комнату. То есть мы с вами, скажем так, студенты. Работы у нас никакой нет. Мы собрались сделать себе YouTube канал. И мы снимаем дом. Аренда нам стоит, грубо говоря, $10 в сутки. Итак, мы полны энергии. А мы с вами еще танцевали. Мы там, наверное, потратили энергию. О-хо-хо. Значит, нужно делать срочно следующее видео. Итак, давайте Бисварм симулятор сделаем, опять же. Вторую серию. Сварм симулятор. Как мы будем убивать босса жука? Номер вторая. Босс. Давай напишем. Kill босс. Вот, убили босса. Вот так вот большими буквами. Убили босса. Видео должно набрать хорошую популярность. Потому что босса... первый день, когда я убивал босса, я очень много набрал просмотров. На моем основном канале. Боже, я снял одно видео, и у меня уже пол энергии закончилось. А почему? Так. Публикация. Ну, давай видосичек. Как думаете, ребята, наберет? Наберет? Ну-ка, ну-ка, давай, давай, давай. 54 просмотра. 8 лайков, 4... Вот это уже успех, друзья. Вот это я понимаю успех. Нужно срочно долбить второе видео, друзья. Срочно. Значит, у нас Бисварм симулятор зашел. Значит, продолжаем снимать Бисварм симулятор, друзья. Так. Что мы сделаем? Бисварм симулятор в этом видео. Так. Третья серия, бай, давайте 15 супер пчел, вот, супер би, вот так, все, создаем, то есть мы купили 15 супер пчел, интересно, третье видео по симулятору пчеловода зайдет, либо не зайдет,
Сейчас мы с вами это и проверим. Итак, это наше, в общем, пятое видео на канале. И публикация идет. Ну-ка, давай. Прошлое набор... 81 просмотр, 12 лайков, 1 дизлайк. Дизлайки есть всегда. Так, и 6 подписчиков. Друзья, у нас уже 12 подписчиков. Мы с вами идем к успеху. Так, видео заполнено. Итак, у нас осталось еще немножечко энергии. Пока мы ничего не зарабатываем. Видите, 0 по нулям. Так, мы купили 15 пчел, значит, нам нужно немножко нафармить. Значит, мы не можем пока снимать по бизфарм-симулятору. Давайте мы сегодня с вами, знаете, что сделаем? Мы напоследок ребятам сделаем джейлбрейк. Давайте сделаем Roblox вот так. Roblox джейлбрейк. В джейлбрейке готовится обновление, там музейное обновление. Давайте, это будет первая серия, называется у нас... Я неправильно напишу, если что, не ругайте. Музей. Так, скоро создается музей, и там будет что-то интересненькое. Я, кстати, сниму обновление вам, когда выйдет оно именно полное. Итак, видео создается по джейлбрейку сегодня у нас. Итак, давайте редактировать. И сейчас будет публикация. Интересно, каково будет джейлбрейку по сравнению с моими симуляторами? Так, сколько просмотров? Пошло. Обалдеть, ребята, джейлбрейк зашел. 436 просмотров. 63 лайка, 7 дизлайков, ну ладно, 36 подписчиков и $1 мы уже с вами заработали. Отлично. Пока мы даже не отбиваем аренду. У нас закончилась энергия, нам нужно поспать, друзья. Давайте мы, наверное, ляжем спать, где наш чувачочек, все, отдыхает. Минус $35. Это что он получается, аренда подорожала что ли у нас? То есть мы заработали $1, потратили 35, мы в минус $34. Так, петухи закукарекали. Все, друзья, на сегодня мы заканчиваем симулятор ютубера. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Будем ждать продолжения. Хорошего настроения, с вами был Робзи. Пока-пока, мои хорошие.